Вход в филармонию сегодня только по пригласительным. В преддверии Международного женского дня здесь традиционно проводят праздничный концерт, и нынешний год исключением не стал. В зале женщины самых разных профессий со всего Приморского края. Несмотря на то, что день холодный, ветреный, все равно хорошо. Хорошо, что наступила весна. Хорошо, что нас пригласили. Я всем желаю здоровья, терпения в нашей трудной жизни, чтобы этот день больших мужских забот не оставался как напоминание, чтобы длился долго-долго, целый год. Первым слово взял вице-губернатор Приморского края. Сергей Сидоров посвятил женщинам стихотворение Валерия Брюсова и добавил теплые слова от себя. На самом деле, просто обещаю вас очень любить, очень ценить, очень трепетно относиться ко всему тому, что вы делаете. Я никогда... Никогда в своей жизни, наверное, до определенного момента не понимал, какая важная роль матери многодетной вот в семье. Председатель ЗАГС Собрания Приморья в своей речи цитировал Бодлера и также не скупился на поздравления. На сегодня мы признаемся в любви самым дорогим людям, нашим милым женщинам, тем, кто дарит жизнь, бережно хранит тепло семейного очага, растит детей. Тех, кто внес огромный вклад в социально-экономическое развитие Приморья, вице-губернатор вместе со спикером краевого парламента наградили благодарственными письмами. А в завершении торжественной церемонии представительниц прекрасной половины человечества ждал концерт. Праздничного настроения всем присутствующим добавил Тихоокеанский симфонический оркестр. Александр Шедловский, Александр Малыгин, «Панорама».